World Humanitarian Drive объявил победителей конкурса «Борьба против COVID-19». Проект призван подчеркнуть роль людей, чей труд оказался особенно значим в период пандемии. Всего оргкомитет зарегистрировал более 1600 заявок из 52 стран. В шорт-лист премии вошло 550 проектов в 12 номинациях. В финал прошли 100 проектов из 35 стран, среди них и работа представительницы Азербайджана. Проект посвящен людям, простым людям, которые активно действовали во время пандемии, помогая другим, создавая какие-то проекты, помогая с продуктами питания, с фармацевтическими компаниями. В общем, было 12 номинаций, 12 направлений в номинациях с борьбы с вирусом. И в одной из номинаций я очень счастлива, что попала моя деятельность. Сабина Зулалова стала победителем категории «Технология и инновации». Она представила на конкурс 3D-сканирование символа Баку «Девичьей башни». Этот проект приобрел особую актуальность, поскольку в период изоляции посредством виртуальных туров людям предоставлялась возможность посещать культурные достопримечательности разных стран.